Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцам или объектам США. Пусть это послужит предупреждением, если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы нацелимся на 52 иранских объектах, которые символизируют 52 заложники, которые Иран захватил много лет назад. Некоторые объекты очень высокого уровня и очень важны для Ирана и иранской культуры. Мы очень быстро ударим по мишеням, по Ирану. США больше не хотят угроз. Таким образом, Трамп ответил на заявление в Иране касательно мести штатам за убийство Касема Сулеймани, командира иранского спецподразделения Кудс. 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил Кудс Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди Аль-Мухандис. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.